Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати. Не перемикайте, залишайтеся на нашому каналі і посміхайтеся, тому що в нас сьогодні мова піде про стоматологію та яскраві гарні посмішки. Наша гостя сьогодні – це Юлія Анатоліївна Гончарова, лікар-стоматолог. Доброго дня вам. Доброго дня. У вас дуже гарна посмішка. Дякую. Це професійно. Юлія Анатоліївна, сьогодні ми будемо з вами говорити про наші зуби, ротову порожнину. І, чесно кажучи, я дуже здивувалася, коли прочитала про те, що існують сезонні захворювання в стоматології. Для мене особисто захворювання в стоматології – це така дірка в зубі або зуб обкрушився, і ми пішли собі до лікаря. Але виявляється, що є сезонні захворювання. Що це за сезонні захворювання? Ну, в даному періоді, да, коли наступає холода, становиться холодно, відбувається зниження імунітету в організмі, і, звісно, йде обострение различных хронических заболеваний, общесоматических, все это, естественно, оказывает влияние и на полость рта. Конечно же, происходит обострение и стоматитов, гингивитов, заболевания ткани парадонта, и даже если у вас просто у кого-то из пациентов, не у вас, есть какая-то кариозная полость, пускай это в стадии какой-то хронической, то после перенесенной вирусной инфекции, либо какого-то переохлаждение, это может вылиться тоже в пульпит. Поэтому, естественно, ассоциация стоматологов рекомендует посещать стоматолога два раза в год, да, раз в полгода. То есть я бы рекомендовала бы эти посещения каким-то образом приурочить к весне и осени, таким образом... То есть это когда идет обострение? Да, когда идет обострение. А люди, у которых есть какие-то уже хронические заболевания, конечно же, они уже это знают, и они всегда звонят своему доктору и идут уже как бы, да, не из-под палки, а добровольно. Ну, зниження імунітету зрозуміло, чому в нас починають там загострюватися всякі неприємні речі, які ви назвали. І якщо ми невчасно лікуємо зуби, то ми це відчуємо з наступом холодів, так? Да, конечно же. Даже определенные формы пульпита, они как раз и проявляются с наступлением холодов. Если у человека повышенная чувствительность зубов, то также при вдыхании холодного воздуха он также будет это резко ощущать и быстренько-быстренько бежать к доктору. Як займатися профілактикою цих захворювань, якщо ми не говоримо про хронічні захворювання, про які знає пацієнт? Вообще, конечно же, лучше заниматься профилактикой стоматзаболеваний, но не лечением. Да? Самый лучший метод лечения – это профилактика. Профилактика стоматзаболевания – это комплекс различных мероприятий, социальных, гигиенических, воспитательных мер, которые направлены на предотвращение заболевания путем воздействия на причину, как бы, да, и условия его возникновения. Соответственно, профилактика можно заниматься постоянно. Да? Летом – это употребление фруктов, овощей, ведение здорового образа жизни, активного образа жизни, позитивного мышления в первую очередь, естественно. Это посещение стоматолога два раза в день, правильный гигиенический уход за ротовой полостью. На рік можно? А то деякі глядачі зараз злякаються два рази на день. Ну, к сожалению, да, по статистике так оно и происходит. А еще, к сожалению, на сегодняшний день пациенты приходят уже тогда, когда что-то беспокоит. Но после вот таких вот беспокоит, пациенты становятся уже более, скажем так, организованными, и они начинают прививать себе эту привычку. И есть же категории населения, которые, допустим, требуют более частого посещения. То есть уже, ну, к сожалению, по причине определенной мы начинаем себя ценить и любить, потому что многие говорят, что зубов аж много, их всего 32, но их всего лишь 32. И надо не забывать, что нам они даны два раза бесплатно, а все остальное уже в дальнейшем – это уже наша потеря, как минимум времени. Что а взагалі, от, стоматологи визначають якийсь термін гідності для зуба? Скільки він може прослугувати в оптимальных условиях? Абсолютно есть пациенты, которые... От чего это зависит? Если у них как бы все идет в балансе, да, в состоянии организма, то есть по болезням, то есть которые себя любят, которые за собой следят, то абсолютно спокойно они могут ними пользоваться всю жизнь, беречь свои зубки. Естественно, это еще идет предрасположенность, это наследственность хорошая, ну и, конечно же, образ жизни.
потому что нам дано много, но как бы наша задача это все сохранить. Чем можна, як можна сказати, що не потрібно категорично робити, щоб наші зуби були цілі, ну, крім падати зубами, вибиваючи їх? Ну, звісно ж, нужно за ними следить, да, нужно чистить зубы два раза в день, да, минимум, да, если нужно и больше. Нужно пользоваться зубными пастами, зубными щетками, менять их периодически, да. Естественно, желательно выбор их как-то сочетать с мнением своего лечащего доктора. Не раскусывать орехи, камушки, ничего там, самим самостоятельно не ковырять, минимально снизить желание использовать зубочистку, потому что зубочистка, в принципе, это враг стоматолога. В определенных, конечно, ситуациях, когда ничего, может быть, другого нету, конечно же, можно, но альтернативу этому можно использовать зубные нити, флосы. В арсенале средств по уходу на сегодняшний день рынок дает много очень предложений, да, это и различные ополаскиватели, абсолютно разные зубные пасты, зубные щетки, это ирригаторы, это электрические зубные щетки, то есть приспособление достаточно много для того, чтобы просто дарить себе любимому красивую улыбку. Ну, все, що, про що ви говорите, про цей догляд, цьому ми повинні привчати дітей наших з маличку, так? Тому давайте зараз зупинимося на тому, як доглядати зуби діткам і як їх привчати доглядати за зубами і Що робити взагалі? От у дитини перший зуб, одразу йому вручаємо щітку чи як? Ні, звісно ж. Але кожна мама повинна знати, що уход за зубиком починається з моменту появления першого зубика. На сьогоднішній день є різні щіточки, які навіть просто одягаються на пальчик. Вони, і там йдуть прорізнені щітиночки для того, щоб ребенку в ігровій формі просто проводити очищення цього ж зубика, да, і тот же массаж десен, который способствует даже лучшему прорезыванию, потому что, естественно, это болезненная процедура, и детки нервничают, и им это очень помогает, потому что все знают, что когда у деток режутся зубки, это же различные грызуны, их на сегодняшний день очень много, и стоматологические фирмы их тоже, как говорится, производят различных форм, модификаций, то есть они есть и те, которые замораживаются, да, то есть они холодные, при угу. Детям лучше, то есть, ну и так далее, и тому подобное. А чи правда, що коли режеться зуб в дитини, цей біль можна прирівнювати до зубного болю в дорослого, якщо там голений нерв. Да, это достаточно болезненно, и детки в этом возрасте сказать не могут, но они нам дают знаки, да, то есть их поведение нам знаки дуже весомые, такі, да, значительно весомые. Важко не помітити. Да. Конечно же, когда уже зубиков у ребенка во рту несколько, да, есть, то есть можно уже понемножечку давать какую-то зубную щеточку ему тоже не со щетинками, потому что детки могут просто, да, их откусывать там и будут их глотать, будет нехорошо, но есть прорезиненные тоже такие щетиночки, то есть уже как бы для более старших. Насчет паст. Пасты уже следует подключать тогда, когда ребенок хотя бы может ее выплюнуть, да, потому что даже самые безопасные зубные пасты, которые считаются там самые, ну, как бы нет никаких консервантов, и вы должны знать, что такие пасты есть, и на них написано, что, как правило, да, что при открытии их, то есть их срок годности 2-3 месяца. Это говорит о том, что такая паста действительно максимально, ну, безопасна для ребенка. То есть в ней не содержится компонентов фтора, консервантов, то есть там только все самое полезное. Але деяким дітям дуже важко пояснити, що вона смачна, але їсти її не треба. Ну, поэтому выдавливать ее нужно в форме горошины, да, совсем так чуть-чуть, и приучать. И, как правило, это должен быть такой семейный ритуал, и стишки, песенки, игровая какая-то такая, скажем так, форма, и, естественно, на собственном примере, потому что нет лучшего способа воспитания, как на собственном примере, да, мы деток приучаем. И постепенно это приводит, ну, становится привычкой. Но, конечно же, если у вас в доме растет сладкоежка, то не только зубная паста, щетка, ну, допустим, вот у меня дома растет сладкоежка, то как бы после сладкого чая, либо там несквика на ночь, то желательно дать ребенку хотя бы прополоскать рот, если он капризничает и не хочет. То есть, чтобы залишки этого слова, да, не залишалось, потому что на во время сна, конечно же, все эти углеводы, все эти сладкие компоненты, они будут разрушать зубную эмаль. И так как, ну, молочными зубками деткам надо пользоваться хотя бы лет до 6, потому что с 6 лет уже начинается прорезывание постоянных зубов,
то желательно как бы продержаться, потому что преждевременное удаление или разрушение зубиков у деток, оно тоже ведет к негативным последствиям, это уже нарушение прикуса и, соответственно, дальнейшие проблемы. И не очень приятная процедура, потому что они иногда вызывают какой-то дискомфорт в полости рта, это детки не хотят это делать, поэтому родителям сложно потом с этим бороться. А в деяких випадках від батьків можна почути: а, нічого страшного, там дирка в зубі, це молочне, ми його лікувати не будемо. Чи варто так говорити? Ні, так не стоит говорить. Причем я с этим столкнулась на примере вот, да, садика и родителей своих деток, да, которых вот ходят с моими детками в садик, в школу. Да, это мнение бы тут, но совершенно не стоит так делать, потому что молочные зубки портятся, но надо понимать, что в челюсти уже есть зачатки постоянных зубов, а там, где портится зубик, происходит, ну, как бы это очаг инфекции. Любой очаг инфекции, он, естественно, никуда не девается, он находится, и, естественно, он просто, вы имеете большую, как бы, вероятность, очень большую, то, что постоянные зубки прорежутся уже с кариозным процессом, что они уже будут нарушение какого-то процесса, да, вот, образование эмали, то есть уже будут какие-то некариозные поражения, то есть либо какие-то нарушения со стороны образования постоянного зуба, то есть и уже будет много-много проблем. То есть для того, чтобы ваш ребенок ходил со здоровыми зубками, как бы надо за ними следить. И ведь рот это, ну, как бы, да, язык, зубки это зеркало чистоты всего, как бы, здоровья всего организма. Чисто здесь, как бы, да, меньше инфекция попадает дальше и разносится по всему организму. Поэтому обязательно, как бы, нужно следить за молочными зубками, а когда начинает прорезываться постоянно, тоже желательно сразу же посещать стоматолога, потому что в этот момент, когда прорезываются постоянно зубки, скажем так, минерализация эмали, она происходит, проходит еще в дальнейшем, еще в определенный какой-то временной этап, да, то есть там от полугода там до нескольких месяцев, да, поэтому желательно для того, чтобы, если ребенок не очень там любит пока что гигиену, либо делает это так, не хотя из-за напоминания, то желательно посетить стоматолога для того, чтобы он как бы провел профилактическую герметизацию фиссур, для того, чтобы, потому что они глубокие, как правило, когда прорезаются у деток, они слабо минерализованные, соответственно, кока-кола, какие-то, да, сладости, все, они способствуют того, что там все это образуется, и сразу же образуется уже полость. То есть родители даже не успевают заметить, и ребенок тоже, аж потом аж уже только постоянно зубчик вырос, и тут уже ай, ой, больно. Поэтому, естественно, как бы надо понимать. И, кстати, мы все должны знать, что кока-кола и все такие вот напитки газированные же вообще желательно там лет, ну, как бы, это невозможно, но стараться ограничивать максимально их употребление, потому что на полость рта, как бы на зубки, действует крайне неблагоприятно. И наши зубы станут мягкими и пушистыми. Ну, они станут мягкими точно, и да, и очень подвержены различным кариозным процессам. Про ай-ой и первый поход до стоматолога. Отже, проговорили про те, що молочні зуби лікувати варто, але буває, на жаль, так, що і постійні тільки, ви сказали, висуваються і одразу треба лікувати. Як цей процес зробити таким приємним? Дорогі родители, ви должны понимать, что 85% успеха лежит именно в ваших руках. То есть доктор будет делать все возможное. На сегодняшний день стоматологи и детская стоматология шагнула настолько вперед, что уже мы не ограничиваемся, просто посеребрили и до свидания. То есть на сегодняшний день уже даже в детской стоматологии превалирует понятие эстетики. То есть детки уже не хотят ходить, сами детки с черными зубиками, да, они хотят ходить с белыми красивыми зубками. Поэтому все стоматологи стараются тоже максимально деткам это обеспечить. Но, естественно, это только возможно при наличии того, если ребенок себя спокойно ведет в кабинете. А это уже заслуга больше родителей. То есть лечите зубки своим бегеботиком, слоником, мишком, зайчиком, разговаривайте. Приходите просто навстречу, пожать руку своему доктору, пока вы к нему проникнетесь доверием. Пускай доктор просто, ну вот, как я начинала с своих деток, мы просто щеточками почистили, мы поняли, что это не больно, что это здорово, мы покатались на кресле, полетели в луну, мы совершили какой-то поход, то есть, да, мы придумали какое-то событие, обязательно подарили какой-то подарок, то есть, все-таки с детками надо всегда, они должны уходить с чем-то, да, либо это сертификат, вот у меня один пациент мой маленький приходил, вот знакомый, он мне подарил сертификат для других деток, о том, вот нарисованный, чтобы вот я вот уже дарила деткам,
в честь того, что они хорошо сидят. То есть обязательно вот это мы уже используем, да, то есть ребенок сам сказал, вот я хорошо вел, вы мне такой дарите, и другим дарите. Обязательно какой-то подарок. То есть это... применение различных... Важно так підмовити, напевно, лікаря. Да, но ви потім ви должны найти своего да, доктора, который будет вот именно таким, да, соответственно, вашим требованиям обязательно. И, конечно же, тогда ребенок будет всецело. На сегодняшний день уже, ну, это больше в частном приеме, в клиниках Киева, то есть есть стоматологи, которые чуть ли не в, как бы в костюмах Бэтмена там или смешариков тоже деткам постепенно, ну, как бы, да, лечат зубки. То есть все, ну, как говорится, есть уже на сегодняшний день, лишь бы только ребенок сидел. Потому что если ребенок сидит спокойно, если он открывает ротик, доктор сможет сделать все, что нужно. Если он этого не делает, как бы качество работы будет снижено. Не потому, что доктор плохой, просто ну, возможностей не будет. Поэтому, естественно, это совместная работа. Это, как бы, да, надо почитать где-то, вот, применить фантазию, набраться терпения, дать максимально своей любви и получить хороший результат. Дякую вам. Мы говорили зараз про детей, але є дорослі, яким, напевно, в який би костюм доктор не вдягнувся, вони в той кабінет ніколи не зайдуть. І знаходять тисячу одну причину для того, щоб не лікувати зуби. Особливо те, що стосується зубів восьмих. Мудрості. Да, так. Да. Отже, виросли в нас зуби мудрості, ми стали мудрими і не будемо їх лікувати. Що до них скажете? Я хочу сказати, що за границей, в принципі, достатньо розпространена практика – це удаління восьмих зубів. И как бы, да, таким образом, ну, нет зуба, нет проблемы. Мы еще до этого не доросли, мы пока боремся за них, потому что все зубы, они все наши, это часть нашего организма, и просто так они не даны, естественно. Лечить их надо, несмотря на то, что они расположены далеко, это неудобно, часто это сопровождается не очень комфортными какими-то мероприятиями, но нужно лечить. Мы не удаляем их просто потому, что ну, вот так вот хотим. Хотя приходят пациенты, говорят, ой, у меня там дырка, давайте мы сразу его удалим. И я уговариваю, говорю, нет, послушайте, у вас есть шестой, седьмой, но вдруг не станет шестого, либо седьмого. Он вам еще очень пригодится. Вы за него потом будете очень благодарны, да. И, чепляты мосты. Да, и какой-то мост определить, да, либо просто, ну, вот жевать и так далее, и тому подобное. Конечно, это не, ну, не касается тех случаев, когда восьмой зуб расположен как-то неправильно, либо как-то вот он не помещается в челюсти и разрушает седьмой. То есть есть, да, определенные показания. Я намагаюсь нарахувати, де в мене восьмий зуб, і не можу згадати, які є, яких немає. Ну, от, как бы, если происходит потеря зубов, то уже не важно, восьмой это не восьмой, ты борешься уже за каждый, поэтому желательно их сохранять, лечить, и вообще просто любить себя, бороться за своё здоровье. Всі ми боїмося болі, і біль – це те, що зупиняє багатьох з нас в подорожі до вашого кабінету. Що таке, яка проводиться анестезія і чи не шкідлива вона при лікуванні зубів? Естественно, многие пациенты приходят и говорят так, вначале мы делаем анестезию, а потом все остальное. И, в принципе, это правильно, потому что на сегодняшний день уже методики, анестетики и вообще препараты уже ну, позволяют нам достигать такого уровня, что мы можем сразу же, чем хороша специальность да, стоматолога, мы можем сразу же снять боль. Как минимум, хотя бы просто сделать анестезию, максимум то удалить причины зуб. Но начнем с анестезии. Естественно, это уже как бы не те годы, когда у нас не было ничего под рукой, мы вынуждены были делать свою работу, несмотря на то, что человеку было больно. Конечно же, уже болевые ощущения от анестезии уже сведены к минимально, потому что на сегодняшний день для начала, то есть как у нас да, проводится анестезия, то есть в начале места укола мы протираем специальным гелем для того, чтобы снизить болевые ощущения, что, то есть уже это ощущение самого укола уже минимизировать, да, чтобы человеку было некомфортно. То есть, и, конечно же, потом человек себе сидит спокойно в кресле, и он спокойно, и я спокойно. Что отношение безопасности? Естественно, это введение препарата. Введение препарата в организм, и как любой препарат, он может вызвать абсолютно как бы непредсказуемую, ну, либо предсказуемую, которую мы знаем, но какую-либо реакцию, которая может негативно, скажем так, сказаться на организме и вообще на человеке. Но для этого доктор учится долгие-долгие 5 лет, и потом всю жизнь как бы себя
постоянно собой занимается, то есть наша специальность не подразумевает того, что мы вечно студенты, мы постоянно должны читать, мы постоянно должны развиваться, ездить, узнавать новое, поэтому мы, естественно, всеми способами стараемся предотвратить такие как бы ситуации. На сегодняшний день, если уже мы сомневаемся, человек может сделать аллергопробу, мы можем узнать, что у него все в порядке, он воспринимает этот анестетик, и таким образом как бы, да, уже ввести ему именно тот препарат, который ему подходит. Естественно, когда бывают аллергичные очень люди, когда невозможно не подобрать анестетик, ну, естественно, остается единственная возможность, это там, под общим, да, наркозом. Но это уже такие единичные случаи, ну, скажем так, оказать стоматологическую помощь мы можем. Вот, поэтому сказать, что это совсем безопасно, нет, я не могу, не имею права, естественно, это несет определенную ответственность. Ризики, понимаю. Да, но ко всему есть свои показания, вы должны понимать, что любой доктор ничего не делает просто так. Каждое его движение, каждое, абсолютно все продумано до мелочей, каждый вопрос заданный, как бы, вроде казалось бы, какой-то там себе, там, любите ли вы апельсины, или там, часто ли вы их едите, там, элементарно, да, то есть это уже такая подоплека под вопрос, аллергичны ли вы или нет человек, потому что то есть, как бы, можно спросить что угодно. Поэтому мы врачи, и, естественно, мы стараемся вас беречь, наших пациентов, которым вы нам доверяете свое самое дорогое, это здоровье. Засоби гігієни. Ми говоримо про те, що чистимо зуби, там поласкаємо. Зрозуміли, що зубочистки ні, нитка так. Але дуже хочеться, наприклад, мені білосніжну голівудську посмішку. І починаю я то содою свої зуби чистити, то перекисом водню прополаскувати, то знаходжу безліч всяких, інтернет зараз з'явився, дуже зручно, безліч всяких-всяких засобів, щоб вони були білими і дуже гарними, але чомусь не виходить. Що таке професійна чистка зубів і ваше ставлення, ну так, я передбачу, але все ж таки до тих всіх народних засобів, які я назвала. Значить, професійна чистка зубів проводиться тільки непосередньо в кріслі стоматолога. Вот это вот, когда вы приходите на профосмотр, да, к врачу, начинает свои любые манипуляции доктор с профгигиены, как правило, да, то есть он смотрит как бы на ваше состояние полости рта. Если он находит какие-то проблемы, то он говорит, вам там, у вас там такая-то, такая-то, такая-то проблема. И если человек где-то пренебрегает, либо неправильно, либо как-то есть какие-то проблемы общего характера, которые влияют, да, на налет, на наличие налета и зубные отложения в полости рта, то есть есть как бы, да, зубной камень. Естественно, врач сразу же первым делом начинает с чистки. То есть это устранение различных зубных отложений, да, зубного налета, каких-то пигментных, каких-то, ну, кофе, чай, как бы сигареты, да, соответственно, налет уже, как говорится, есть такое понятие, как налет курильщика, да, и все остальное, то, естественно, врач это все убирает, уже непосредственно используя профессиональные какие-то средства. Это ультразвук, это содострой, на сегодняшний день это уже система Airflow, без которой, причем она уже введена в протокол снятия зубных отложений, еще не все это знают, но протокол изменен, и на сегодняшний день это уже новое, то, что вот уже новое, как бы вот введено, как бы ассоциация парадонтологов не только Украины, и вообще всего мира. Поэтому врач применяет все эти приспособления, заканчивая щеточками, различными резиночками, и выводит как бы зубки, да, уже новый уровень. А насчет белоснежности, то есть белоснежность еще не значит, что она здоровая. То есть каждая, у каждого человека свой цвет зубов, да, все это зависит от цвета дентина и, соответственно, слоя, как бы, да, определенного цвета эмали. Поэтому у каждого свой индивидуальный оттенок. И не значит, что они сильно желтоваты, значит, они здоровые. Но значит, это такой индивидуальный оттенок зубов. И взагалі це все відносно, тому що да, на фоні темного лиця, обличчя, так, вони будуть білосніжнішими. Якщо у вас біле лице, то вони да, будуть... то они будут казаться немножечко, да, не такими белыми. Поэтому это все относительно. На сегодняшний день, так же самое, как и в косметологии, да, мы стремимся к натуральности. Поэтому мы теперь за натуральность. Даже на сегодняшний день при реставрации зубов мы используем различные красители для того, чтобы эти фиссурки сделать немножечко,
подать им цвета, то есть некоторые думают, что это кариес, да, поэтому все мы стараемся, чтобы все было натурально и естественно, поэтому на сегодняшний день за границей уже отбеливать зубы уже не модно, я вам скажу, потому что это нездорово. В первую очередь, есть такие случаи, да, когда нужно, но в принципе мы уже постепенно от этого отходим. А в отношении паст есть зубные пасты, да, считаются как отбеливающими, но хотела бы предупредить, я уже об этом говорила, что ними нужно пользоваться не более 2-3 раз в неделю. То есть обязательно сочетать ее с использованием обычной зубной пасты со своей, потому что в ее состав входят только абразивные вещества, ни в коем случае, то есть там не химические агенты, потому что все химические агенты стоматолог применяет у себя непосредственно в кабинете под своим наблюдением и контролем. Естественно, на массовый поток это пустить нельзя. Поэтому вы просто можете свою эмаль, если вы неправильно чистите, либо слишком, как бы, так вот, слишком чистите, да, вы можете ее, скажем так, деформировать, и приведет это к дефектам, называемым, там, например, клиновидным. И наостанок, про приємне. Що, на вашу думку, таке здорова посмішка? Здоровая улыбка – это улыбка искренняя, без болезненных каких-либо ощущений, да, натуральная, которая, в принципе, радует глаз не только стоматолога, да, но и самого человека. Естественно, она должна, ну, сопровождаться тем, что у человека должен быть красивый цвет зубов, они должны быть желательно все свои, минимально, скажем так, исправленные руками стоматолога, здоровые десны, не наличие никакого дурного запаха, какой-то кровоточивости, то есть, которая должна излучать радость, счастье и здоровье, конечно же. Дякую вам. Я бажаю всім нам, щоб у нас було побільше привідів в житті показувати свої яскраві посмішки. А з нами сьогодні була Юлія Анатоліївна Гончарова, лікар-стоматолог. Ще раз вам щиро-щиро дякую за ті посмішки, які ми сьогодні викликали у наших глядачів. Я думаю, що більшість з них ми переконали, і вони відправляться до стоматолога, якщо це потрібно. Будемо надіятися. Дякую вам, що залишалися біля екранів. Посміхайтеся, і ваше життя буде яскравим. До побачення. До нових зустрічей!